И поэтому, если мы читаем Евангелие, если мы читаем святых отцов, если мы участвуем в богослужении, если мы причащаемся и исповедуем свои грехи, понимаете? То есть мы открываем себя, для свое сердце для Бога, то должны быть изменения. Порождение ехидного. Кто сказал тебе бежать от гнева Божия? Какие слова? Сотворите плоды покаяния. И эти плоды покаяния – это наша с вами жизнь. Не по букве, а по духу. Не по бумажке, а по сердцу. По сердцу нашего. Понимаете? Но это такое напряжение. Когда в тебе грех, когда вокруг грех, когда враг дышит в затылок, и нужно не поддаться, не растеряться, а услышать волю Божию, услышать голос Божий, да? А он не громкий. Господь не орет на нас, не кричит. Он тихо говорит. И чтобы его услышать, нужно, чтобы сердце было мирным. Нужно, чтобы у нас не было внутри сознательного греха, с которым бы мы не хотели расстаться. Нужно быть очень и очень внимательным к тому, что происходит в тебе и вокруг тебя.